Много апельсинов, с вами апельсинчик, и меня забанили в крутой игре с имбовым сюжетом. Сейчас я требую разбан. Я написал друзьям какао. Вот. Вот эти тупые админы. Вот. Вот. Просто, смотрите. Даже если на этом сервере нет ютуберки, мне вообще пофиг. Я попросил ютуберку. Блин, какой нафиг сервер? Игра. Короче, объясняю. Мне позвонили. Просто позвонили. Я был занят. Я просто искал эту игру, хотел в нее поиграть. И сказали то, что здесь они прошли, мои друзья, на паркурную админку, а им не выдали админку. Все. Потом... Я подумал, что они слишком такие уж злые, и начал их там обсирать немножко, но не сильно. Просто написал то, что вы плохие, Лёха лучше вас. И прилетает бан. Просто. Ни за что. Я вообще... Просто. Я даже их там никак не обозвал. Ну, просто сказал, вы плохие. Ладно. Что еще там? Потом захожу с аккаунта Ромы. Спасибо, то что... Ну, аккаунт Ромы, который MM2Red. Если Рома смотрит этот ролик, он поймет. И прошу у них разбан. Надеюсь, разбанят все-таки. А я сейчас могу зайти с аккаунта Ромы, показать вам эту игру. И, может быть, пообщаемся с админами. Как-то попросим разбан или что-то еще. Короче, еще что хотел вам сказать, сейчас вспомню. Но я, Ярик и Адам, они говорят, что они прошли с читами, но были не читы, а как вам сказать, они как-то через машину забагались или что-то типа того. Одному челу вообще бесплатно дали админку. Чтобы вы понимали. Сейчас найду его. А, я не могу вообще смотреть на... Ну, вроде бы, вот этот вот. В самом верху. У которого ник на Б начинается. Короче. Ну что ж. Надеюсь, админы заметят. Разбанят. Обема. Назавр 9. И... Разбаньте. Просто унбан наза. 4 буквы английские. Все, жду. А сейчас я зайду с аккаунта Рома в эту игру. Тут происходит какая-то наркомания. Вот я уже с аккаунта Ромы. Так. Машины. Вот эти вот машины. С помощью них можно забагаться. Сейчас найдем какого-нибудь админа. Ну вот, вот, посмотрите, что вытворят. Ники я их замазывать не буду, кто хочет репорты кидайте. Особенно вот на этого чела. Вот на этого-то чела можете. Он-то... Чел, ты в ютубе. Мне просто не дают подойти к тому паркуру. Ну, вот на этого чела вот прям обязательно кидаем. Вот прям обязательно кидаем. На всех остальных можете не кидать. Вот правда. Все остальные адекватные. Ну, можно сказать, какао немножко неадекватный. Потом и мармеладка. Потому что забанила просто так. Какао убила Лёху один раз с чашей Блоксфрутс. Кто играет в Блоксфрутс, тот поймет. Чаша у Лёхи была. Ну-ка, что в чате происходит? А, короче, где-то здесь должно быть это обе или что-то. Да! Игра называется имбовый сюжет, а сюжета здесь имбового такого и нет. Окей.
обычная карта хакеров, можно сказать. Но здесь команду еще вели. Я не помню точно, как эта команда называется. Ну-ка, лава хотя бы убивай здесь. Стамина. А как бежать-то хоть в этой игре? Окей, сейчас что-нибудь найдем. Ну-ка, вся карта. Понял. Немножко еще можно скорость персонажа увеличить в игре. Или же объяснить хотя бы как-то, как бегать. Так, мне в Дискорде пока что ответили только, что надо обратиться к какому-то Димону. Димон, надо спросить. Кто такой Димон? Спросим, кто такой Димон? Они обнову сейчас выпустили или что это было? Ну-ка, апдейт. Реально, кажется, сейчас обнова вышла. Ну просто нету вот этой фигни. Кто такой Димон? Никто не знает, кто такой Димон. Ну-ка. Это не какао. Сливаем просто ники админов в этой игре. Да, если хотите встретить в этой игре админов, заходите вообще на любой сервак. Я сначала офигел то, что админы в игре. А потом получил бан. Хорошо. Так. Ну реально, кидайте на какого-то чела, вот на этого, обязательно кидаем репорт. Yes? Да боже! Ты в Ютубе! Блин, а я как на телефоне тяжело писать. Во, кстати, разраб, обзор, скин разраба. Лицо какое-то. Негр, адекват. Или это ж, или это не, или это кто? Кто? Что за GTA на минималках? Согл. Какао. А, понятно, авто с управлением. Понял, ладно. Ах ты! Короче, очень плохой чел. Короче, сразу говорю. Вот это! Ты кто? Спокойный игрок можно назвать. Это неадекват. Это Сигма. Это Какао. Ну, и это Рома. Это Маршмеллоу. Разраб этой игры. Ну, неадекват, неадекват. Призрак. Ты Сигма.
такие сильные. Призрак это, если что, который вот этот вот. Ну, говно, короче. Игра требую разбан и нормальное уважение к игрокам. И, кстати, дайте админку моим друзьям, если всё-таки. Короче. Ну, зато... Им помните. О! Хеликоптер! Хеликоптер! Ваня был пищи. Разбан. Помогите мне добиться разбана, если меня не разбанят. Заходите в эту игру. Ссылку я оставлю в описании. А так, всем пока.